Санитарная служба «Бобруйска» готовится к иммунизации. К сентябрю поступит сразу несколько вакцин против гриппа. Пациентам предложат три препарата на выбор – российский «Гриппол», французский «Ваксигрипп Тетра» и нидерландский «Инфлювак». Администрации предприятий и организации уже заключают договоры с поликлиниками. Сделать прививку можно будет в любом учреждении здравоохранения. Перед процедурой потребуется пройти осмотр у врача. Вакцинация будет необходима детям организованных коллективов и работников предприятий, где необходима вакцинация не менее 40%, чтобы защитить окружающих от гриппа. Пандемия коронавируса вдвойне увеличила потребность вакцинации против гриппа. Глава Всемирной организации здравоохранения назвал ее самой серьезной из глобальных ЧП за всю историю существования ведомства. Вполне возможно, что у человека может в том же сентябре, октябре, ноябре быть сразу две инфекции одновременно. Да, то есть если будет коронавирусная инфекция, у многих людей протекает нелегко, а если еще присоединиться вторично вирус гриппа, то будет еще тяжелее человека, ну не то что выздороветь, а спасти его, да, потому что и одна, и вторая инфекция довольно коварна.